на турнире «Вэв Про Файт». Шестеро бойцов из Таджикистана и 6 побед. Но главная победа и первый титул в команде принес молодой боец Саидо Самадов. Его соперник, чемпион организации, местный боец Ринат Саикбаев, на тот момент шел без поражений. А мы из района, мы проводим кибисори, парижгары, мода, шахруи, бишкек, ваош, медавтан. Бой медудан, неким, худоба шкур, амуру зрафта, шаш нафар, парчами, азизамуру бардуштем.